Я учительница младших классов. В школе чувствую себя на своем месте. С учениками мы хорошо ладим. Там я счастлива. Мое счастье омрачает только то, что мой муж пьет. И когда он выпивает, он становится очень агрессивным. Иногда в таком состоянии он приходит в школу и устраивает мне скандал. Или даже может избить меня на глазах у всех. В этот раз все произошло иначе. Тот момент, когда мой муж в очередной раз пришел со скандалом, неожиданно за меня заступился второклассник. Его примеру последовали старшеклассники, а за ними и учителя. Одна из них позвонила в 102. Этот случай изменил меня. Я почувствовала заботу моего окружения, перестала чувствовать себя беспомощной. Сообщайте об угрозе в 102, когда видите насилие.